Всем доброе утро от Кузи. Кузенька, а дай, пожалуйста, мне лоточек. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, сынок. Ну, да, он тебе зачем? Кузь. Кузя, он тебе зачем? Зая моя. Ну, дай, пожалуйста. Ну, только не грызи, пожалуйста. Ну, я же в нем курочкам еду ношу. Кузя, дай, пожалуйста. Ну давай, мальчик мой. Ты что, рычишь? На маму? Да ты что? Да ты что? Ты что, зверюга? Ой-ой-ой. Вот это да. Вот это вредносина. Да? Курочки гуляют. Да. Кузь, ну ладно. Кузь, ну я поняла. Я возьму, возьму. Мне просто неудобно. Я понимаю. Все заберу. Да. Кузь, только не грызи его. Дырки будут. Не грызи. Давай покажем, как ты слушаешься маму. Давай, Зай. Давай, Кузенька. Ко мне. Рядом. Давай, иди сюда. Рядом. Вот не надо только ворон считать. Давай, рядом. Ко мне. Кузя, рядом. Иди сюда. Ну-ка, иди сюда. Давай. Вот такие мы послушные собаки. Рядом. Рядом. Иди сюда, Кузя. Ай-яй-яй, какой мальчик непослушный, а? Даже вон куры смотрят и, похоже, сейчас смеяться будут. Кузьма, ко мне! Хотела вкусняшку дать, вообще не дам. Это что ж такое непослушный какой пацан стал? Кузь, ты что, сломался? Иди ко мне скорее, давай. Рядом. Рядом. Вот такие кавказцы послушные. Да, вот он же все знает, умеет. Ну вот если он не хочет, фиг он сделает. Нужно все нервы вымотать. Да. Мама сейчас раз 15 скажет, тогда подойдет. А кто-то думает, что они тупые. Ни хрена они не тупые. Пошли. Вставай, пошли. Иди сюда. Иди сюда ко мне. Рядом. Кузьма, рядом. Рядом. Не слушаешься, я тебя сегодня точно в вольер закрою. Вот туда. Да. Будешь там сегодня сидеть, раз не слушаешься. Пошли. Иди сюда ко мне. Давай, бегом. Бегом. Кузьма, рядом. Ко мне. Ну, вообще непослушный мальчик.
Кузя, ты что, сломался? Кузьма. Ко мне. Давай, заходи. Иди сюда ко мне быстро. Рядом. Кузя, ко мне. Иди сюда ко мне. Это что такое? Ты вообще сломался. Ой-ой-ой. Вот. Ну ладно. Вот такой Кузьма.